Третий сегодняшний выход. Алина Кабаева. Упражнение с лентой. На мой взгляд, это эталон хореографии. Ну, судите сами. Мы тут сплеснули руками. Слава богу, не завязалась лента в узел. Вот чуть-чуть. Она обыграла Алину. У нее, конечно, был другой бросок там. С самого начала она очень что-то замешкалась с лентой. Но я ничего обыграла. Я думаю, что как-то... Да нет, если такой мастер, как Елена Ветриченко, обыгрывает и это видит, то уж у Алины Кабаевой тоже судьи это углядят. Жаль. Но смотрим. Главное, что все было нормально. Идеально пируэт сделала Алина. Это а тоже вот очень это, сложный пируэт. Вот этот уже не слишком ей удался. Зацепилась арбитр, который захочет счесть эту ошибку, имеет право счесть, к сожалению. 0,5, да, это будет 0,5 стоить Алине. Итак, уже потери где-то 15-20 сотых. Но Алина очень нравится судьям. Дай бог, как говорится, потому что, ну, слава богу, ни турецкий, ни норвежский арбитр эту композицию не оценивает. Держи, Алина. Ну что ж, молодец, молодец. Не слишком удачно начав композицию, она довела ее до конца уверенно и красиво. И смотрим, что ей ставят арбитры.